Значит, что я вам хочу показать, это такие вот плоскогубцы, типа, или зажимы, ну, не знаю, как это конкретно называется. Короче, эта штука нужна для того, чтобы, значит, интернет-кабель, да, который подходит, интернет нам подводит, чтобы одевать, чтобы крепить на него в конце зажимы одевать. И оно, вот, зажим этот ложишь сюда с кабелем и прижимаешь. Вот это вот я заказал на AliExpress, штука тяжелая такая, внушительных размеров. Вот, кстати, показано. Вот сюда его вставляешь и сжимаешь. То есть надо будет еще зажимчики взять, и потом все видео я вам покажу, там и расскажу, и покажу уже, как это делается все. Все, в принципе, кому такая штучка будет нужна, я ссылочку оставлю под видео, такая мощная. Не фуфло, короче, классная штука. Все, ребята, всем пока.